Ежегодно с 1998 года в первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. В компании ArcelorMittal Темиртау в свой профессиональный праздник работники автомобильного и железнодорожного транспорта не остались без внимания и поздравлений. В актовом зале завода управления АО ArcelorMittal Темиртау собрались представители разных профессий – водители, машинисты, ремонтники, диспетчеры и многие другие. Всех их объединяет одно – работа в транспортной отрасли. Администрация компании поздравила всех присутствующих с Днем работников транспорта. Вот от таких людей, как вы, зависит ежедневная работа нашего комбината. Да? Мы не те люди, которые, возможно, там, на передовой стоим, что-то производим, но… Благодаря именно вашей слаженной работе, обеспечению, этот комбинат держится. Поэтому хочу еще раз сказать спасибо. В честь праздника за приверженность профессии благодарственными письмами и памятными подарками были награждены 15 сотрудников управления железнодорожного транспорта, среди которых и Рамиль Сарсимбаев. 17 лет назад мужчина начинал трудиться помощником машиниста железнодорожного крана, а теперь он мастер службы эксплуатации вагонов. Добиться таких результатов в работе помогли упорство и грамотные коллеги. Коллектив дружный, ответственный у нас. Самое большое, в принципе, управление. Народу много, все дружные, все друг другу помогают. Еще 15 работников управления по автотранспорту были отмечены в этот день руководством компании. Специалист по ремонту автомобилей Владимир Степанов такому вниманию был, конечно, рад. На комбинате он работает всего 4 года, но полученная благодарность говорит о его трудолюбии и профессионализме. Машины заезжают, делаем машины, выпускаем на линию, с линии ломаются, заезжают. Мы всегда делаем, и как бы машина едет, дальше работает. Помимо полученных благодарностей, работники управлений услышали много теплых слов в свой адрес и поздравлений с профессиональным праздником. Хочу поздравить вас, нас, с праздником. С праздником работников транспорта. Раньше он был, как сказал же, лет это был чисто железнодорожников. Теперь будем праздновать вместе. Всем с праздником, здоровья, счастья, без аварийной работы и всего самого лучшего. Напомним, День работников транспорта отмечается в Казахстане в первое воскресенье августа. В этом году профессиональный праздник транспортники отметили 1 августа.